Всем привет, ребят. Сегодня такая интересная будет тема. Всегда было интересно, что же будет, когда скупишь весь магазин. Я имею в виду магазин Ордено, вот этот. Я уже не раз вам показывал, сколько можно переролить, но я не скупал полностью все итемы. На сегодня у нас был какой-то момент, нам дали там, по-моему, по ляму орденовые ордена, в принципе, не проблема. Сейчас можно и на угольной армии нормально их заработать вот здесь. Можно также через экспедицию. Ну, в общем, очень много разных вариантов для заработка орденов. И отсюда сейчас добавили довольно-таки неплохие плюхи сюда, но без доната не имеют, скажем так, полностью всей возможности, да, и смысла, наверное, нет полностью открывать данный магазинчик, то есть юзать каждый день. Он обновляется раз в сутки, то есть раз в 24 часа, то есть нету смысла полностью его скупать. Самое ценное отсюда, это, конечно же, карты героев, которые не топовые, но и стоят они тоже недешево. Ну и самое основное, как для меня, это попытки на архидемона, которые тоже очень редко падают. Ну ладно, поехали, посмотрим, что у нас интересного будет. Мы будем скупать полностью все плюхи, а так как у меня здесь орденов, скажем так, неограниченное условное количество, вот карта смены, в принципе, неплохой вариант. И вот эта вот тема для добавления одного места в алтарь тоже очень хороша. Так, ну что, первая попытка есть. Есть 10 попыток всего. Ну, руны отсюда вообще не актуальны. Слизни еще более-менее. Как видите, кагашки как вариант. Ну, опять же, дороговато, мне кажется, тратить ордена на кагашки. Вот. Обычная карта такая отсюда падает, с которой можно получить, ну, условно, там, неплохих героев. 13 тысяч орденов. Для бездоната, в принципе, есть смысл ее покупать, особенно для тех, кто получил был плюхи, там, ордена, пару лямов, есть смысл. Карта смены квеста за 4000, ну, не знаю, она того не стоит, хотя, с другой стороны, это еще один вариант заработать побольше самиков. Ну и карта для подземочек тоже, в принципе, неплохая тема. Так, ну что, второй есть. Поехали дальше. Книжечки дороговато, молотки тоже, в принципе, того не стоят. Золота, маны однозначно нет. Хотелось бы, конечно, чтобы они сюда, вот, было бы интересно, чтобы они сделали магазин, удавили, добавили, например, осколки героев, осколки облика. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но реально это было бы намного интереснее. Вот кому нужны вот эти вот слизни. Да, там для бездоната все хорошо. Но если бы здесь были какие-то топовые осколки, там, ладно, они были бы очень редкими. Там, ну, или даже не редкими. Пусть цена на них будет больше. Но люди бы тратили. Очень много людей, у которых просто забито под завязку эти ордена. И они дальше просто не тратятся. И думаю, это было бы очень интересно. То есть разные итемы сюда впихнуть, и был бы реально кайф. Еще здесь есть карта смены. Вот как раз она у нас выпала. 300 орденов. За нее вы можете получить при смене по квесту 300 самов. Это тоже одна из топовых плюх. Она, правда, редко вылазит здесь. Но все же почаще, чем карта на архе. Где там квестик наш? Вот видите, можно за карточку смены, вот так вот делаете, не за 300 самого, за карту смены забираете дополнительно Кенди Кейн, читерный аккаунт. То есть самики тоже отличная тема. Так, поехали дальше, следующий. Молотки дороговато, завершение квеста. Ну, иногда есть смысл брать, хотя бы должно быть в запасе хоть что-то. Ну, зеленый герой.
поехали. Следующая попытка. Вот опять, видите, карту дают такую. Есть смысл скупать вот эти карты. Можно самики также дополнительно заработать. Так, отлично. 2000 следующая попытка. Карта на арену. Ну, я думаю, смысла 2500 орденов он этого не стоит. Лучше купить уже те же самые КГшки, либо слизней накупить. Больше толку будет от того, что вы на арену там один лишний раз сбегаете. От этого, по сути, ничего не поменяется. Так, следующая попытка. 7. Ну, экономить 2 дня. Лучше купить, честно говоря, карту, чем вот эти вот молотки. Ну, мы скупаем, потому что у нас в этом есть надобность. Ну, как видите, уже 2 карты мы получили. Так, 9 с 10, и все, больше у меня смен нету. Вот топовый слизняк однозначно надо брать. И все, видите. Сейчас посмотрим, чем закончится. Ну, такое себе. Все. Следующее 21 по серверному времени. Побежали на русский сервер. Если не знаю, какой там у меня аккаунт на смене. Так. А это не мой ак. Сейчас мы перейдем на мой. И попробуем то же самое сделать на русском сервере. Все равно самики некуда девать. Все герои есть, качать тоже особо там у нас нечего. Так. Поехали посмотрим, что у нас тут. В магазинчике есть. Ну, тут тоже, видите, орденов хватает. Не хватает вместимости склада, да ладно. Как бывает. Давайте некоторые это мы используем, добавим немножко места. Специальная карта героев еще, именно та самая-самая древняя. Так, поехали. Я думаю, места хватит уже, надеюсь. Так, ну, такое, как видите, на серверах плюс-минус дроп одинаковый. Интересно, где же все-таки лучше упадет. Ну, однозначно, вот этот магазин, вот они хотели там гильдейский магазин, нам обещали в следующей обнове. Так, пределы 5 вместимости склада. Это просто ужасно, ребят. Попродаем запашки. Используем. Так, ну карты, видно, чаще уже падают. Вот видите, есть на русском сервере больше мешочки падают. Опять вместимость склада, ну. Давайте немножко героя попродаем. Откупим КГшек.
Такс. Думаю, уже места должно хватить нам на все. Так, карта смены тоже есть. Суд героев. Карта тоже упала. Ну, смотрите, за 67 тысяч. Вот такая вот карточка. Ну, вот ее, я думаю, смысл есть покупать. Но, опять же, если у вас там все прокачано по орденам, потому что большинство орденов нужны будут на прокачку смотрителей. В принципе, то же самое, что и там падает. Некоторые герои получше, но шансы, честно скажу, в этих картах печальные, особенно на черепа. Ну, там на черепа около 1 к 100 шанс. Я открывал когда-то. Так, опять вместимость. Офигеть. На что приходится идти, чтобы освободить место? Сейчас нам однозначно еще будет не хватать, потому что сейчас пойдут рунки. Ну, карта на Колизей, думаю, смысл иногда есть, хотя бы чтобы в запасе пару было, потому что бывает не хватает попыток, а Колизей это без доната реально интересная тема, и смысл бегать есть. Так, карта арены. Ну, плюс-минус, как видите, падает. Это одно и то же. То есть, сильно там разницы. Там больше карт упало, тут одна карта топовая упала. Но с тех трех можно вытащить три героя, а с этого одного только. Опять нам места не хватает. Не знаю, сколько там у нас орденов. Вот. Вот последнее, видите, здесь еще и фиолетовые яйца. Ну, фиолетовое яйцо за 9000 орденов, 8000 орденов. Ну, не знаю, смысла тоже не вижу его брать. Слишком оно беспонтовое и бесполезное. Вот так вот. То есть, по сути, у нас склад не обновляется раз в сутки, 10 попыток. Но хотелось бы, чтобы они его немножко поменяли уже, добавили туда какие-то реально интересные итемы, потому что это было бы интересно, думаю, всем. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. И надеемся, что скоро все поменяется. Всем удачи, всем пока.